В этот же сказочный день на Красной площади подвели итоги конкурса «Волшебная елка». За месяц его участники буквально завалили нашу редакцию оригинальными поделками. Было прислано огромное количество работ. Выбрать лучших было непросто. Каждая игрушка достойна похвалы. Главную елку украсили снеговики, символы будущего года, змеи, гирлянды, фигурки ангелов. Все это было сделано руками детей. Фантазии участникам не занимать. На суд членов жюри присылали поделки из бисера, ткани, пластиковых бутылок и даже макарон. Так, я связала елочку, крючком связала елку и сделала в виде игрушек медалей. Я увлекаюсь вязанием и там участвовала в Олимпиаде по технологии. В итоге выбрали более 30 победителей. Подарки им вручали в самых разных номинациях. К примеру, самыми активными участниками стали воспитанники детского сада номер 24. Лучших награждали генеральный спонсор «Ядрин молоко» и партнеры акции. Компания «Ваши окна», магазин сантехники «Ванна в доме», стоматологическая клиника «Лидер Дент», салон-магазин «Барыня», медицинский центр «Берегиня». Кроме приятных сюрпризов, все дети получили приглашение на новогоднюю елку во дворец детского и юношеского творчества. Все имена победителей и полную версию праздника можно будет увидеть на нашем канале 29 декабря в 19:00.